Добрый вечер, уважаемые участники. И сегодня мы продолжаем серию судейских вебинаров. В конкретном случае сегодня продолжим рассмотрение работы со свист-менеджером. На прошлом занятии мы остановились на вводе результатов. Конечная точка, которая у нас была, это ввод результатов. Сегодня продолжим с этого же момента и рассмотрим ситуации, когда необходимо удалить или добавить в турнир несколько участников. Сейчас для участников в Zoom я включу демонстрацию экрана. Так, в качестве обратной связи хотелось бы уточнить, в Zoom у участников всем видно экран? Так, ну раз экран видно, сейчас быстренько создам жеребьевочный файл, занесем несколько участников, чтобы можно было продолжить. У нас в турнире 14 участников. Как делать жеребьевку первого тура и как проводится жеребьевка с рейтинг-фаворитом, мы разбирали на прошлом занятии. Сейчас я для примера сделаю 3 тура и расскажу, для чего все это необходимо. Теперь представьте ситуацию, вот у вас турнир на 14 человек, несколько участников подошли к главному судье или к линейному судье, обратились с просьбой исключить их из турнира. Кого-то по состоянию здоровья, кого-то по семейным обстоятельствам, им необходимо завершить свое участие в данном турнире. Поэтому, получив от главного судьи в письменном виде уже, скажем так, на бумажном носителе документы с визой главного судьи, что он не возражает об исключении этих участников, вы смотрите на заявление, берете фамилию, имя участника, открываете пары, исключите игрока и выбираете конкретного участника. Вот в данном открытом окне самое главное не случайным образом не дернуть колесо мыши, иначе произойдет вот такой вот нехороший момент, с которым очень трудно будет справиться, особенно если представить, что у вас в турнире 200 или 300, а то и 400 участников. Придется каждого вручную, на каждого участника закрывать вот это всплывающее диалоговое окно. Что, поверьте мне, при участников больше сотни занимает достаточно приличное количество времени. Получили, допустим, вы заявление от Алексеева Александра Сергеевича и указываете те туры, который либо он будет пропускать по каким-либо уважительным причинам, либо он просто снимается с турнира. Если он снимается до конца, вы просто нажимаете без жеребьевки в оставшихся турах, и все галочки, которые у вас стояли вот здесь, просто исчезают. То есть, если нет галочки, значит, участник в этом туре не будет принимать участие в жеребьевке, соответственно, играть. То есть, нажимаем без жеребьевки в оставшихся турах, нажимаем ОК, участник исключен. Проверить список исключенных участников и те туры, которые они пропустили, можно на вкладке «Инфо» список исключенных участников. И вот мы видим, что начиная с третьего тура по девятый тур включительно участник Алексеев Александр Сергеевич в турнире больше участия принимать не будет. Сейчас, секундочку, в Zoom говорят, что чему-то слышно плохо.
Сейчас попробуем это исправить. Так, к участникам Zoom еще раз обращаюсь. Теперь лучше стало слышно или нет? А, то, что у участников, у кого-то еще помимо меня включены микрофоны, извиняюсь. Сейчас удалось устранить? Да, хорошо. Возвращаемся к дальнейшим нашим действиям. Вы исключили одного участника, соответственно, в турнире у вас было до этого четное число участников, соответственно, осталось 13 участников, которые будут принимать участие в жеребьевке. Соответственно, один из участников будет получать постоянно бай. Переходите, и вот в окне, когда вы нажимаете пары, меню пары, вот в данном диалоговом окне, вот в этой области, у вас перечислены все участники, которые не будут принимать участие в жеребьевке данного тура. Вот здесь вот написано, для какого тура делается жеребьевка. Участник Алексеев, допустим, Александр Сергеевич, в жеребьевке участие не принимает. Нажимаете «Пуск», жеребьевка прошла, можно вводить результаты. Также вот числится, что указано в меню результатов, что Алексеев Александр Сергеевич выбыл. Для него необходимо либо вручную ставить результаты, что не всегда удобно, да и не только, чаще всего неудобно. Вы переходите на вкладку «Ввод турнир», вкладка «Прочее», и снимаете галочку со строчки «Ввод результатов для исключенных игроков». По умолчанию для них 0 автоматически, то есть они просто получают минус, они не участвуют в жеребьевке. Вот их неучастие в жеребьевке, не отсутствие соперника и цвета отображается в свист-менеджере как 0 по умолчанию. Нажимаете ОК, подтверждаете, закрываете это окно, возвращаетесь еще раз в ввод результаты, и исключенный участник у вас из этого диалогового окна исчез. Теперь вводите результаты для присутствующих участников сыгранные партии. Нажимаете «Готово». После этого тура у вас исключается еще один участник. Допустим, это вот этот Алексеев Александр. Он пропустит у вас четвертый и пятый тур. Вы снимаете галочки с четвертого и пятого тура, нажимаете ОК, закрываете диалоговое окно, которое связано с исключением участников, проверяете еще раз, правильно ли вы все сделали себя через вкладку «Инфо», список исключенных игроков. Смотрите, что Алексеев Александр действительно пропускает у вас звездочкой обозначенные четвертый и пятый туры. Убедились, что вы все правильно сделали, можете переходить к жеребьевке следующего тура. Сделали жеребьевку, ввели результаты. Тут же сделали еще раз жеребьевку. И нигде ее не выкладывая, поняли, что в каком-то результате вы ошиблись. А жеребьевка пятого тура у вас уже сделана. Вы возвращаетесь на четвертый тур, на вкладку «Результаты». Меняете результат той пары, которая у вас была ошибочен. Допустим, на четвертом столе выиграли белые, а не черные. Нажимаете ОК, но жеребьевку пятого тура надо изменить. То есть вы можете вернуться на четвертом туре, остановиться, перейти на вкладку «Экстра опции», «Удалить туры». Вы удалили пятый тур. Все. После этого вы убедились, что все результаты вы ввели правильно. И сейчас наступает самый интересный момент. Вы, будучи уверенными в том, что все предыдущие ваши действия были выполнены правильно, результаты введены в соответствии с протоколом, вы спокойно переходите в меню пары, даже не задумываясь, нажимаете кнопку «Пуск», «ОК», меняете старый баковский файл спис-менеджера, подтверждаете действие, что жеребьевку вы меняете,
И теперь самым неприятным моментом для всех может оказаться, что машинально выполнив все эти действия, отправив жеребьевку автоматически на сервер chessresults.com, где обычно все участники, болельщики этих участников, родители, тренерский состав и все прочие смотрят результаты турниров, распечатали протоколы и спокойно собираетесь уходить. Но если вы обратите внимание, до этого вы вводили 6 результатов, один из участников у вас был на бае. После того, как вы удалили туры, результатов снова стало 7. Теперь возвращаемся на вкладку «Инфо. Список исключенных игроков» и видим, что и Алексеев Александр и Алексеев Александр Сергеевич отрезаны, то есть пропускают только 4-й тур. В дальнейшем они продолжают принимать участие в жеребьевке. То есть если вы всегда должны помнить, что если у вас кто-то из участников выбыл на те туры, которые предстоящие, либо до конца турнира, то после тех ваших действий, связанных с удалением тура и проведением новой жеребьевки, после того, как вы удалили тур, необходимо заново исключать всех участников, поднимать из судейской папки, из своих секретарских архивов все заявления от участников, которые они писали с просьбой снять их с турнира. Или в некоторых случаях бывает, что участники исключаются решением главного судьи за какие-либо нарушения во время проведения турнира. То если вы удалите тур, вам придется вручную, опять же, поднимать кипу документов и все это восстанавливать. Об этом следует помнить всегда, чтобы в случае чего не совершить одну, наверное, из самых грубых ошибок, которую может совершить секретарь. Это неправильная жеребьевка, в принципе, ошибочный результат в дальнейшем, который последует. Часть участников, заранее зная, что их не будет на турнире, попадут в жеребьевку. Участники получат плюсы, которые должны с ними играть. Что не есть хорошо. Этот момент мы рассмотрели. Ну, то есть по аналогии с тем, что сейчас было продемонстрировано, можно, в принципе, и вернуть участника в жеребьевку. Допустим, он написал заявление на 3-4 тур. А вы по каким-либо причинам исключили его полностью, то вы можете найти этого участника в меню пары «Исключить игрока». Допустим, вот он снялся с 6, 7, 8 тура. Вы таким же образом через меню пары «Исключить игрока» Алексеев Александр Сергеевич можете его также вручную и вернуть на эти туры. Это что касается добавление или исключение игроков в турнир. Также давайте представим, что у нас в турнире всего 5 туров. Плавно возвращаемся к теме итоговой таблицы. То есть этот тур у нас финальный, решающий. Вводите результаты. Теперь для подведения итогов вам необходимо вывести итоговую таблицу. Вы заходите на вкладку «Списки», выбираете «Таблица доп. Показатели». Здесь она у вас отображается вот в таком виде. Движение по турам каждого участника указано, в каком туре, с каким соперником, каким цветом и каков результат. И доп. Показатели, которые вы выбрали для данного конкретного турнира. И также очки. Для того, чтобы непосредственно перейти с работы к этой таблице, вы нажимаете меню «Печать». Ставите галочку на строчке «Печать всех столбцов» и нажимаете «Сохранить и показать как Excel». То есть вы из Swiss Manager автоматически за нажатие парой клавиш переводите таблицу в Excel-евский документ, с которым уже можно работать. Указываете вот в этом диалоговом окне «Путь» для сохранения файла, то есть ту конечную папку, куда вы планируете сохранить этот файл. Если вы работаете с турниром, то у вас должна быть где-нибудь или на рабочем столе, или где-то в каком-то разделе жесткого диска хранится папка с данным турниром. В данном случае не принципиально, я сохраню стандартную папку Swiss Manager. Открывается Excel-евский документ, и здесь уже с ним можно работать. Соответственно, после этого вы приступаете к стандартной процедуре, то есть вы начинаете расставлять столбцы в том порядке, в котором они должны быть в таблице. Соответственно, краткое имя вам не нужно,
вы этот столбец удаляете. Вкладка «Рейтинг» тоже удаляется. Остается столбец «Национальный и международный рейтинг». Они центруются, выравниваются под размер ширины ячейки минимальной. Столбцы федерации тоже удаляются. Вкладка «Клуб» обычно, если это турнир, скажем так, этап Кубка России, переименовывается в субъект или в регион, кому как привычней, и также сокращается. То есть вот округи, такие как Ямало-Ненецкий автономный округ или Республика Саха-Якутия, в данном случае допустимо сокращение. Янао вы можете указать просто как Янао, чтобы ширину данного столбца сократить до минимума. Столбец ДР, то есть это дата рождения, вы его вырезаете, переносите непосредственно вплотную к фамилиям, также центруете, избавляетесь от нолей, чтобы оставить только год рождения в Excel. Автоматически убираете все ноли, меняете их на пустоту, еще раз сжимаете данный столбец и ДР меняете на ГР, то есть год рождения. В этой строчке у вас должно быть фамилия, имя участника. Соответственно, все они должны быть приведены к одному стандарту. В итоговых таблицах можно оставить с отчеством, конечно, если вы уверены и имеете отчество всех участников в наличии, чтобы их указать в итоговой таблице. Но есть всегда шансы, что по ширине данная таблица в альбомную ориентацию листа А4 не поместится. Стартовый номер вы тоже меняете просто на номер. Также его центруете. Место, то есть это занятое итоговое место участника в турнире, оно столбец обозначается просто буквой М, также центруется. Здесь вот это вот столбец С, который в данном случае пустой. Здесь обычно у нас присутствует либо титул, указан гроссмейстер, мастер ФИДЕ, международный мастер, или просто можете обозначить сокращенно мест, сократить и звание. То есть в данном столбце вы указываете просто международное звание или титулы участников, которые у них есть. Допустим, ГМ, ФМ, International Master, еще один ФМ. Также следует помнить, что турниры статуса этапы Кубка России, мужские, женские, детские, неважно, имеют ограничения по разрядам для допуска участников. Соответственно, следует помнить, что если вы на этап Кубка России среди мужчин, должны допускать только не ниже КМС. Соответственно, здесь должен быть столбец разряд после года рождения. И здесь указаны все разряды. Для примера напишу, не рассматриваем сейчас конкретный пример этапа Кубка России. Просто указываем разряды КМС. Первый, второй, третий. Еще, допустим, участник КМС. Ой. Следует также помнить, что стартовый рейтинг у участников у всех 1000. Российский, кто не имеет рейтинга. Он условно приравнивается к 1000. То есть это можно менять либо вручную, либо автоматически через замену стандартную за счет инструментов Microsoft Excel. Международный рейтинг, соответственно, если нули, то строчки просто остаются пустыми. Идентификационный номер у нас в программе Swiss Manager и в выгруженном Excel-документе, так это подразумевается код участника, который он имеет в рейтинг-листе Федерации шахмат России. Столбец код ФИДЕ каждого участника. То есть, соответственно, если участник не имеет кода ФИДЕ, то вы все нули отсюда удаляете, оставляете просто пустые строчки. Движение по турам не трогаете, перемещаетесь. Конец таблицы. И здесь вы видите еще различные обозначения, сокращения.
рейтинг performance. В принципе, если он как доп. Показатель у вас идет, он может вам понадобиться. В моем конкретном случае мы его не рассматриваем. Все лишнее удаляете. N-рейтинг с перечеркнутым ноликом. В данном случае обозначается национальный рейтинг, то есть российский рейтинг, среднероссийский рейтинг ваших соперников. То есть этот столбец вы также центруете. Название возможно сократить до СРС, средний рейтинг соперников. Вкладку очки, столбец очки тоже немножко сжимаете и переходите к дополнительным показателям. Их вы можете обозначить как К1, К2, К3. Соответственно, каждому столбцу присвоить порядковый номер К, сокращение от коэффициента, в зависимости от того, сколько у вас их. В принципе, в самом низу таблицы, вот здесь можно сделать примечание, что обозначает каждый коэффициент К1, допустим, личная встреча. К2. Допустим, количество побед. Ну, сейчас не принципиально, какой именно доп. Показатель был использован в турнире, просто для примера показываю. Соответственно, верхнюю строчку вы используете для того, чтобы задать название турнира. По всей ширине таблицы захватываете экселевский документ, объединяете. Здесь все лишние надписи здесь удаляете полностью строчками. Здесь чуть ниже под названием турнира он должен иметь номер в ЕКП. Соответственно, здесь можете написать ЕКП, номер и указать номер данного турнира в едином календарном плане. Либо это календарный план Министерства спорта Российской Федерации, если турниры уровня Кубка России и подобные. Либо в едином календарном плане вашего субъекта, где они заявлены. То есть обычно официальные турниры все, которые регистрируются в департаментах спорта или в районных спортуправах, они все заносятся в единый календарный план, утверждаются, и этот календарный план действительно в течение года. Соответственно, свой турнир вы можете там найти, узнать его номер и указать его в итоговой таблице. Также в турнире указывается дата его, в таблице указывается дата его проведения. Допустим, турнир у нас проходил с 23 ноября по 2 декабря 2020 года. Здесь также в таблице вы указываете, где он проводился. Конкретно я в качестве примера напишу адрес шахматного клуба Московской Федерации. Также все это немножко укрупняете, чтобы это было видно. Выравниваете, чтобы это все в печатном варианте смотрелось как положено. И дальше должны помнить, как на прошлом семинаре я уже говорил, в первый день рассматривали, что для присвоения звания мастера спорта у таблицы должно быть три подписанта с судейскими категориями не ниже всероссийской, чтобы участнику, который в любом конкретном турнире выполнил норматив мастера спорта, и не отказали в присвоении данного звания. Соответственно, ниже по таблице вы выбираете на глаз более-менее то место, где, по вашему мнению, центральнее будет находиться обозначение, и начинаете прописывать главный судья. И здесь указываете, допустим, какой-нибудь Александр Сергеевич Иванов у вас главный судья. Указываете его спортивную категорию. Раньше писали ССВК, сейчас во всех документах достаточно указывать просто ВК, то есть всероссийская категория. Либо раньше писали спортивный судья первой категории в сокращении. Теперь, в принципе, разрешено написать просто первая категория или ВК для обозначения судейской квалификации арбитра любого конкретного турнира. Указали судейскую категорию и в скобочках пишите там, допустим, откуда данный арбитр.
указываете субъект и город. Оставляете, соответственно, между текстом «главный судья» и фамилией место для подписи. Все это делаете крупнее. Чуть ниже у вас будет еще один подписант, это главный секретарь турнира. Соответственно, главного секретаря вы тоже меняете на какого-нибудь действительного судью. Указываете его судейскую квалификацию, также указываете субъект, откуда он. Допустим, секретарь у вас из города Москвы. И ниже третьим подписантом под таблицей у вас пойдет заместитель главного судьи. Допустим, заместитель главного судьи из Санкт-Петербурга. То есть вот один из образцов той итоговой таблицы, соответственно, в том виде, как она должна выглядеть в обязательном порядке для требований Минспорта. То есть это указаны разряды всех участников, информация, фамилия, имя, годы рождения, субъекты, которые они представляют, российский код, код ФИДЕ, указан средний рейтинг соперников, дополнительные показатели вашего турнира. И следует помнить, что у таблицы должно быть три подписанта. Особенно если вы планируете по итогам этого турнира кому-нибудь присвоить звание мастера спорта, то следует учитывать, что все три подписанта должны быть судьями всероссийской категории в обязательном порядке. А что касается итоговой таблицы. То есть итоговую таблицу вы обработали, допустим, в Excel привели к итоговому виду. На печать они, в принципе, подаются в альбомной ориентации. Выбираете раскладку альбомную. И уже когда подаете ее непосредственно на печать, в самом Excel непосредственно выбираете, что вам необходимо вписать все столбцы на одну страницу. И в альбомной раскладке Microsoft Excel в окне предварительного просмотра печати вы видите, что все ваши столбцы, ваша таблица в конечном виде выводится на печать, так как она и должна быть. Соответственно, после этого вы сохраняете куда-нибудь итоговый вариант экселевский, туда, куда считаете нужным. С таблицей, в принципе, работа заканчивается. Также возвращаемся теперь к SwissManager'у. Печать всех столбцов вы можете снять, потому что если вы ее оставите и теперь нажмете таблицу доп. Показатели, которую вы открывали, у вас уже в окне SwissManager, в окне просмотра выбранного вами списка, также все эти столбцы будут отображаться. Что не очень удобно, не выводить для печати, не визуально контролировать свой рабочий процесс как секретарю в таком случае при наличии такого огромного количества числа столбцов, что он не помещается в рабочую область экрана, максимально неудобно, поэтому вы также на вкладке «Меню печать» снимаете галочку «Печать всех столбцов» и заново можете открыть эту таблицу. Вот теперь визуально контролировать, что у вас здесь происходит с результатами, все ли результаты вы ввели, где плюсы, минусы. Все уже довольно наглядно и видно в одном диалоговом окне. Также, если вы обратите внимание, что особенно актуально сейчас, давайте создадим круговой турнир. Как-нибудь его назовем, сохраним. Открыли круговой турнир, задали ему какое-то название. Неважно, как вы его обзовете, для примера. Обзовем его турнир кинотеатра «Южный». Укажем контроль времени. Кто-то из турнирных директоров имеет, допустим, такие коды ФИДЕ. Выберем страну,
России город, укажем Москва. Количество кругов рассмотрим. То есть в количество кругов в данном случае подразумевается уже либо это круговой турнир в один круг, где участники каждый раз встречаются друг с другом, либо это круговик уже, соответственно, в два круга, где участники играют друг с другом, дважды встречаются на... за время всего турнира. Так же, как и в швейцарской системе, здесь вы можете указать с обсчетом FIDE этот турнир у вас проходит или без обсчета FIDE, с обсчетом национального рейтинга или без его обсчетов. Раскладка, сортировка особенно уже для круговика не принципиально, потому что жеребьевка в круговых турнирах происходит непосредственно в каких-то суперкруговиках за 2-3 дня, а то и за месяц, если это какой-то элитный супертурнир. На многих турнирах за день или непосредственно за 10 минут до его проведения участники тянут номерки поочередно по приглашению главного арбитра, либо по приглашению ведущего, если он предусмотрен на вашем спортивном мероприятии. Он вызывает участников, которые у вас могут быть отсортированы либо по рейтингу, либо по каким-либо иным критериям, которые были заранее у вас утверждены перед началом жеребьевки. Поочередно каждый участник вытягивает свой стартовый номер. Соответственно, в зависимости от этого стартового номера, программа автоматически делает жеребьевку круговика. После того, как вы расставили участников, программа Swiss Manager автоматически делает жеребьевку круговика по заложенным в нее таблицам Бергера, которые на своем занятии Артем Замфирович вам демонстрировал. Они используются в программе, просто заложенные, она автоматически все, сводит все пары всех туров. Единственное, наверное, положительное отличие в каком-то смысле кругового турнира от швейцарки, то, что если вы введете сюда участников, заранее то количество и именно тех участников, которых вы запланировали пригласить в свой турнир, допустим, у вас их 10. Идеальный круговик, 9-туровый, с классическим контролем времени. Допустим, как-то участники у вас расставлены. Вот если перейти на вкладку «Ввод игроки», здесь вы можете работать со всеми участниками, которые у вас введены в турнир. Конкретно и в каждой группе, в каждом столбце можете вводить те данные, которые вам необходимы. Во вкладке группа, так как она свободна, можно в принципе именно в этот столбец и вводить всем участникам разряды, указывать их заранее, чтобы в итоговую таблицу уже из Swiss Manager автоматически выгружался столбец группа, в котором были перечислены разряды участников. То есть если вы нажмете вкладку «Показать согласно стартового списка», здесь у вас участники выстроятся в последовательности согласно своим стартовым номерам. Жеребьевка круговика делается так же, как в швейцарке, через меню пары. С единственным отличием, что жеребьевка для круговика в меню пары вы заходите один-единственный раз. Непосредственно перед началом первого тура, когда вы делаете жеребьевку. В круговике она известна заранее на все туры. Ну и здесь есть особенность сведения пар в круговом турнире. Если у вас проводится жеребьевка, как я уже 2 минутами ранее рассказывал, с вызовом участников, и они вытягивают номерки, то вы ставите галочку, оставляете, как вводятся игроки. Если вы такую жеребьевку не проводили, то вы ставите просто случайным образом, то есть программа сама перемешивает игроков, расставляет их по стартовым номерам случайным образом и сводит в пары по таблицам Бергера. Но мы выберем пункт, представим, что у нас проводилась жеребьевка, ставим галочку, как вводятся игроки, нажимаем ОК. И если мы перейдем в списки пары, то жеребьевка каждого тура у нас уже непосредственно будет сделана. Естественно, здесь же в списке мы видим огромную свою недоработку. Что-то при вводе турнирных данных мы заранее забыли указать. Это необходимо исправить. Не отображается вот у вас после тура дата каждого конкретного тура. Вы переходите на вкладку «Ввод даты» и вводите дату каждого конкретного тура. Турнир классический, с одним туром в день. Давайте отредактируем даты.
Допустим, классическое время начала тура 15:00. Ежедневно туры начинаются в одно и то же время. Нажимаем ОК. Теперь, если мы еще раз вернемся на вкладку «Списки пары», возле каждого тура у вас будет указана дата и время его начала. Также для круговых турниров, когда я показывал отчетные документы в регистрационной карточке FIDE, которая подается на обсчет турнира, если он проводится с обсчетом рейтинга FIDE, необходимо вводить средний рейтинг. Это относится только для круговым турниров. Вот в данном окошке программа автоматически выводит средний рейтинг всего турнира. Соответственно, по среднему рейтингу турнира вы также можете определить категорию. В новой версии карточки она уже не нужна. А в старых версиях до июля, по-моему, прошлого года еще требовали указывать помимо среднего рейтинга турнира еще и его категорию. Соответственно, от среднего рейтинга и зависела категория турнира. В новом образце отчетного документа для FIDE этот пункт убрали. Это было так добавлено для общей информации. Также вот эта информация у вас может в принципе и отсутствовать, чтобы указать ее, чтобы она выводилась у вас в данном диалоговом окне, вы заходите в меню «Печать». И здесь вот в прочих установках, где вы видите галочки с данными турнира, строчка в клетке перед ней поставлена галочка. Если вы ее уберете и еще раз нажмете «Списки пары», то уже турнирной информации подробной такой в данном диалоговом окне вы не увидите. Вернуть ее можно также через меню «Печать» с данными турнира. И теперь у вас информация, кто турнирный директор, главный арбитр, выводится. Соответственно, она же будет подана и на печать. Если вы будете печатать данное диалоговое окно. Но бывают такие нюансы. Начнем с того, что в круговике, в принципе, номер столов не указан, в отличие от швейцарской системы. И проблема, чаще всего с которыми вам придется столкнуться, ну, не вам как секретарю конкретно, а линейным судьям, которые непосредственно обслуживают детские турниры на линии, то есть контролируют детские партии, общаются с участниками турнира, с их родителями, проверяют рассадку участников, кто за какой стол сел, правильно или неправильно они сели, в принципе, по цвету, проверяют, как они заполнили бланки. Дети чаще всего ошибаются именно в круговых турнирах с рассадкой, ввиду того, что вот здесь вот вы видите столбец «Стартовый номер», первый, второй, третий, четвертый, пятый, допустим, или... А номера стола нет. То есть вы, как главный секретарь, вы, в принципе, понимаете, что это стартовый номер. Соответственно, вы визуально просто 5 столов можете рассадить, прочитав фамилию Николаев, Айсан Николаев Александр, показав детям, что они играют на первом столе. То есть они непосредственно сядут. А вот родители, чаще всего сами дети непосредственно, ошибаются, принимая стартовые номера, которые указаны здесь за номера столов. И происходит путаница при рассадке, что может привести, в принципе, даже к грубой судейской ошибке. Чтобы этого избежать, и для удобства самих участников и линейных судей, вы можете на вкладке «Меню печать». У вас здесь вот есть такое меню, в котором активна только одна строчка «Выбор списка». Активен стандартный список. Если вы нажмете «Определить новый список», желаете определить новый список, программа у вас спросит, вы уверены или нет. Если вы нажмете «Да», откроется диалоговое окно настройки тех столбцов, которые будут выводиться непосредственно при вызове меню списки пары. Здесь вы выбираете, вот стартовый номер у вас стоит «Да», «Показать». Соответственно, «Да», «Показать» вам надо изменить на «Нет», чтобы это не отображалось. И вы выбираете это активное «Да», то есть делаете его активным, чтобы оно подсвечивалось инструментами Swiss Manager. Переходите на английскую раскладку и нажимаете английскую букву N, то есть No. У вас «Да» меняется на «Нет». Соответственно, вот этот третья строчка «Стартовый номер» вот в списке меню высвечивается перед участниками, которые играют белым цветом. Соответственно, опускаетесь ниже, находите внизу еще одну строчку «Стартовый номер», 33-й столбец, также меняете на «Нет», чтобы он у вас не отображался. Нажимаете «Готово». И теперь при вызове меню «Списки пары»
у вас отображается просто пары. Два столбца слева и справа со стартовыми номерами у вас исчезли. Это особенно актуально, как я уже говорил, для детских турниров, чтобы не было путаницы с рассадкой. Ну, также, в принципе, в этом списке, при определении нового списка, вы можете его задать имя, что вы подразумеваете под этим списком. Здесь у вас может быть или итоговая таблица, это так называемый ваш шаблон, который вы можете настроить под себя и с ним работать непосредственно для вывода каждого списка, будь то жеребьевка, итоговая таблица, стартовый лист турнира. Также непосредственно можно вернуться к первому дню нашего семинара и вспомнить, когда я рассказывал о отчетных документах. Вам необходимо прикладывать также и стартовый список участников. Стартовый список участников вы можете наблюдать либо через вкладку «Списки», но это стартовый лист полноценно удобнее выводить и рассматривать на турнирах по швейцарской системе. То есть этот турнир вы можете сохранить. И непосредственно давайте вернемся к турниру по швейцарской системе, который был открыт до этого. Да, еще заострю внимание, что турнирных жеребьевочных файлов Swiss Manager вы можете открыть сколько угодно. То есть одновременно вы можете работать и с неограниченным числом турниров до того момента, насколько хватит мощности вашего компьютера. Вернемся к турниру по швейцарской системе. Да, последнее время немножко поменялись настройки Swiss Manager, и при открытии он стал сразу обращаться и подгружать в кэш-память компьютера все рейтинг-листы, поэтому открытие каждого следующего жеребьевочного файла занимает какое-то определенное время. Переходим к турниру по швейцарской системе. Не тот, к сожалению. Давайте вернемся непосредственно к круговому турниру. Перейдем на первый тур, удалим все туры. Просто удалим все туры, какие у нас были сделаны. Смотрим, что туров у нас нет. И теперь из жеребьевочного файла индивидуального кругового турнира через меню «Экстра» «Изменить тип турнира», нажав «Да», вы получаете из круговика турнир по швейцарской системе. И вот если вы создаете, сначала создали ошибочно круговой турнир, заполнили все турнирные данные, но заметили это в самый последний момент, вот здесь вот, где указано название турнира, в принципе, вот жеребьевочный файл, где сейчас курсор мыши бегает, можете обратить внимание, что здесь у вас указано название турнира и расширение файла TUNX. То есть, если вы видите расширение файла TUNX, это у вас турнир личный по швейцарке. Если расширение файла будет TUR-X, то это у вас индивидуальный круговой турнир. Здесь же также у вас указано количество игроков, то есть это то число участников, которые вы уже внесли в жеребьевочный файл, и количество туров. То есть, если вы сделаете жеребьевку первого тура, здесь у вас будет отображено тур 1. Если будет сделана жеребьевка двух туров, то, соответственно, здесь будет отображаться цифра 2. И возвращаемся к тому моменту на первом занятии, про который я рассказывал, что у вас очки игроку за бай следует заострить внимание. Вот если вы получили жеребьевочный файл турнира по швейцарской системе из круговика, то можете допустить ошибку, оставив в данной строчке 0, и участники за бай швейцарки будут получать 0, что также приведет к вашей ошибке, ввиду того, что жеребьевка последующих туров будет неправильной. Выставляете здесь единицу, турнирные данные у вас заполнены, можно нажать ОК. Да, номер тура мы не ввели. Swiss Manager нас предупреждает, что необходимо указать количество туров для швейцарки, которую мы ее планируем проводить. Нажимаем ОК. И теперь на примере швейцарки рассмотрим формирование стартового листа. То есть, если вы нажимаете «Списки стартовое место», у вас программа автоматически выводит участников
которые отсортированы у вас должны быть по рейтингу. Сортируется стартовый список через вкладку «Ввод», «Сортировать список». Следует помнить, что до третьего тура включительно стартовый лист у вас плавающий. То есть вы еще можете поменять стартовые номера участникам, но только с того момента, как вы сделаете жеребьевку четвертого тура, пересортировать стартовый лист у вас не получится. Вот эта строчка станет неактивной, и сделать это будет невозможно. То есть вы отсортировали стартовый список, переходите непосредственно к нему. Также через вкладку «Меню печать всех столбцов» сохраняете куда-либо заранее предназначенную папку и стартовый лист. И по тому же принципу, что и итоговую таблицу, формируете в Excel уже готовый стартовый лист, который вы будете выводить на печать для стенда, так как на стенде стартовый лист необходим, так же, как и положение. Не надо об этом забывать. Иногда стартовые листы приходится переделывать 3-4 раза. То есть 3 тура он плавающий, из-за этого приходится переделывать, потому что кто-то из участников подходит, говорит вам, что у меня не тот рейтинг. Такое, в принципе, бывает иногда. Бывает, в принципе, сам технический сбой в рейтинг-листе. Особенно это касается рейтинга FIDE. Если вы подгружаете участников из российского рейтинг-листа, может возникнуть такой момент, что в российском рейтинг-листе, даже несмотря на тот момент, что он будет самым свежим, самым последним, только что скачанным буквально за 3 минуты до начала турнира, рейтинг FIDE участников может отображаться неверно. Непосредственно, что для этого вам необходимо сделать? Имея определенное количество участников в турнире, вы можете через вкладку «Экстра» обновить рейтинги данные. У вас вылетит такое диалоговое окно «Обновление данных». И здесь под словом «Обновление» вы видите две строчки, которые можно выбрать. Либо верхнюю, первую, либо нижнюю, вторую. Отличаются они только ключом-идентификатором. То есть для верхней строчки это идентификационный номер российского рейтинг-листа, будет использоваться ключ FIDE, соответственно, используется идентификационный номер участника FIDE-шный. Если вы выбираете верхнюю строчку, то вам следует помнить, что при этой строчке вы должны обращаться только к российским рейтинг-листам. Соответственно, вы можете выбрать российский рейтинг-лист из общего списка рейтинг-листов, как их подгружать и как настраивать их последовательность, было продемонстрировано на первом дне семинара. Выбираете российский рейтинг-лист и уже на вкладке «Выбор полей» настраиваете непосредственно те столбцы или те поля, которые вы считаете необходимым обновить. Это может быть имя, титул. Титул здесь подразумевается под титулом «Международное звание». Кофактор – это коэффициент, по которому программа автоматически рассчитывает изменения рейтинга. Клуб. Опять же, если вы автоматически хотите поменять какой-нибудь субъект, ввели вручную, а потом запутались, поняли, что надо откатиться к исходным данным, можете обновить данные клуба. Клуб в данном случае, я напоминаю, что это столбец, который используется для обозначения субъектов участников. То есть те субъекты, которым они принадлежат, которые они представляют. Также можете обновить дату рождения, но следует помнить, что хоть и написана дата рождения, никакую дату вы не получите, вы увидите только год рождения участника. Можете попробовать обновить код FIDE, пол. И вы выбрали галочками все поля, необходимые, по вашему мнению, для обновления. Нажимаете «Запуск теста». Компьютер какое-то время думает и выводит вам на экран. Найдено 10 участников, обновлено 5. То есть из 10 участников турнира, которые у вас введены, обновлено будет только 5. То есть здесь все данные непосредственно, которые будут у вас обновляться. Для такого оповещения используется текстовый документ блокнот. Вы его можете закрыть. После того, как вы запустили тест, проверили, что все в принципе корректно, и вы выбрали нужные столбцы, которые удовлетворяют требованиям вашего турнира, можете приступать непосредственно к обновлению данных. Нажимаете «Запустить обновление». Сейчас происходит тот же самый процесс, что и при запуске теста, просто он уже окончательный. То есть теперь
у всех игроков, у кого произошло обновление, обновились рейтинги, коэффициенты российские, но здесь в программе российский коэффициент не отображается, используются коэффициенты FIDE. Следует об этом помнить. Субъекты поменялись, обновился национальный рейтинг-лист. То есть этих участников нет в рейтинг-листе, который я выбрал. У них рейтинг упал до нуля, соответственно. После этого приходится им вручную доставлять. Также, если вы хотите обновить рейтинг FIDE, то вы выбираете ключ-код FIDE и в списке рейтинг-листов выбираете рейтинг-лист, из которого хотите обновить данные. Допустим, Rapid. Здесь вы можете выбрать международный рейтинг, коэффициент и нажимаете «Запустить обновление». Участников нашлось всего два. Кто имеет код FIDE из представленных в данном турнире? То есть они обновились. Вот два участника с кодом FIDE. Давайте их и оставим в нашем турнире. Остальных мы просто удалим и добавим новых, кто имеет код FIDE для наглядного показа. Удаляем всех лишних участников через вкладку «Ввод игроки». Здесь вы можете как работать с их данными, так и удалять ненужных вам участников. Жеребьевки ни одного тура, как вы видите, у вас здесь вот внизу курсором обозначаю количество туров 0. То есть ни одного тура еще не создано, жеребьевка не произведена. Удалили лишних игроков, переходите на вкладку «Ввод игрока». Давайте добавим 8 участников, чтобы у нас суммарно получилось в турнире, но всех, кто имеет код FIDE. Через рейтинг-лист открываете, начинаете поиск пофамильно интересующего вас участника. И вот у нас подряд идут участники, которые имеют код FIDE. Давайте их и добавим. Участников 7 получилось, теперь 8. 8 участников внесли и возвращаемся еще раз для наглядного примера. Обновим им данные, берем ключ FIDE, выбираем, то есть мы из рейтинг-листа FIDE будем обновлять FIDE-шный Rapid, будем обновлять международный рейтинг, кофактор и титул. Также следует помнить, что при вводе участников из российского рейтинг-листа, неважно из какого классического, по Rapid или по Blitz, титул ни у одного из участников указан не будет. Соответственно, вы перед каждым турниром должны обновить их и подтянуть эти данные автоматически вот через вкладку обновления данных с рейтинг-листа FIDE. Нажимаете запуск теста, проверяете себя, видите, что участники, которые указаны, обновят им, программа обновит им рейтинг, коэффициент и титул. У Потапова Александра Юрьевича есть гроссмейстер, то есть, соответственно, также будет указано, что он гроссмейстер. Закрываете это диалоговое окно, нажимаете «Запустить обновление», то есть фиксируете уже свои действия. И при переходе на вкладку «Ввод игроки» можете видеть, что у участника добавилось на столбце «Титул» «Гроссмейстер» появился. Программа автоматически подтянула его звание из рейтинг-листа FIDE. То есть если были еще какие-то звания, программа также автоматически бы их из рейтинг-листа FIDE подхватила. Появились коэффициенты у участников. И это обязательно у всех должны быть проставлены коэффициенты, если вы проводите турнир, потому что все участники в последнее время проверяют свой рейтинг или какие-либо изменения и жеребьевку, и получают информацию о турнире с сайта chessresults.com. Соответственно, при переходе на сайте chessresults.com, допустим, можно открыть любой турнир. Вот турнир суперфинал 70-го. Давайте найдем какой-нибудь турнир по швейцарской системе. Чемпионат области какой-то среди мужчин проходит. Непонятно, где он проводит. В Воронежской области. И в качестве примера у них уже прошло 6 туров из 7. Допустим, каждого участника можно проверить через вкладку Chess Result. FIDE рейтинг, строчка есть плюс-минус к рейтингу. То есть система
Swiss Manager и сам сервер Chess Result автоматически рассчитывают изменения рейтинга каждого участника в сыгранном им турнире в зависимости от числа партий. И это наглядно может демонстрироваться всем желающим, отображается на сайте Chess Result. Возвращаемся к жеребьевочному файлу, но это происходит только у тех участников, если вы добавили им коэффициенты. Если коэффициент у вас у участника будет 0, то, соответственно, своей прибавки или убавки к рейтингу на сайте Chess Result он не увидит. Так, это что касается диалогового окна обновления данных. Также у вас могут быть установлены призы по каким-либо категориям. Таким образом, мы сейчас вернемся еще раз в вкладке «Ввод турнир», вкладка «Списки», на том моменте, на котором мы не остановились на первом занятии. Это для категории «Список призов». Здесь вот если вы видите, что у вас стоит галочка «Назначить призы по полю тип», если она активна, вы можете ее оставить, нажать «Ок». И на вкладке «Ввод игроки», вот у вас есть у каждого участника, возле каждого участника ячейка тип. Если вы внесете сюда данные, допустим, у вас турнир из всех участников подразделяется на подгруппы. Общий турнир. Юноши до 15 категорию получает кто-то приз. Каждый столбец, в принципе, вы в этом окне можете растянуть, как и в Excel. Этот участник у вас тоже, допустим, относится к категории. Ну, понятно, что не смотрите на даты рождения. Категории ставлю просто для образца. U17. Этот участник тоже U17. Играет, этот у нас играет в юношах до 15, этот в общем зачете у нас принимает участие, этот тоже в общем зачете, и Потапов Алексей тоже в общем. Вы прописали какие-то свои буквенные обозначения, понятные только вам, для себя их используете. Проверили, вернулись еще раз, проверили вкладки «Ввод турнир списки», стоит ли у вас галочка «Назначить призы по полю тип», и теперь, если вы через списки... Сейчас давайте проведем пару туров. Вернемся на вкладку «Турнир». Изменим количество туров. У нас не 9, а изменим на 5. Проведем 5 турниров. Точнее, не 5 турниров, а 5 туров. Введем результаты. Этих туров. Завершим турнир. То есть вот вы получили, завершили турнир, 5 туров, допустим, для примера. Если вы нажмете вкладку «Текущее итоговое положение», все, вы получите финальную таблицу, итоговое положение участников после турнира. Но вам надо, представим, что у нас здесь на примере 8 участников, а если их будет 200-300, из них вручную потом с распечатанной таблицей сидеть и выбирать, кто в какой категории получит приз, не очень удобно. Противно, откровенно, и отнимает очень много времени. Этот процесс ускоряется благодаря вкладке в турнир списки. Теперь, если вы переходите на вкладку списки категории призов, здесь у вас в каждой категории может быть указано конкретное число участников, которое получает призы. Представим, что в каждой категории у вас два участника получают призы. Вам их надо выбрать. Вы здесь ставите цифру 2. Проверяете еще раз, чтобы стояла галочка «Назначить призы по полю тип». Нажимаете «Ок». И у вас в каждой категории непосредственно таблица разбилась и выдала вам победителей и призеров непосредственно в каждой категории.
То есть, соответственно, если бы это вы вычленяли из таблицы вручную, даже с помощником, либо самостоятельно, просто вводя ручкой или линейкой по таблице, пытаясь определить, кто у вас в какой категории получает призы, вы бы потратили на это часа 2-3 своего времени. А если бы еще лишний раз решили себя перепроверить, то и все 4-5 часов у вас бы ушли. А при закрытии массовых турниров, особо крупных, у вас такого времени просто физически нет. Соответственно, вот такой способ, как призы по категориям, вы можете вот показанным образом использовать и экономить себе время. Это касается личных турниров. Теперь, в принципе, можно перейти к вопросу командных турниров. Давайте создадим какой-нибудь командный турнир по швейцарской системе. То есть, неважно, какой тип турнира вы при создании выбираете, вся последовательность действий аналогична с самым первым показанным примером. По сути, здесь ничего не меняется. Указываете путь сохранения жеребьевочного файла, сохраняете его и начинаете вводить турнирные данные. Указываете контроль времени. Код фиды турнирного директора. Указываете главного арбитра, то есть последовательность действий та же, что и при обычном турнире по швейцарской системе. Заполняете турнирные данные, все обязательные поля. Выбираете страну. Указываете количество туров для командника по швейцарской системе. Давайте укажем 5. Здесь вы указываете число досок. То есть в зависимости от положения в турнире вы выставляете здесь число, сколько у вас будет играть. 4, 6, 8 досок. Давайте поставим минимальное число. Выберем какое-нибудь, чтобы проще и нагляднее было показать. Давайте выберем две доски. Здесь также выбираете рейтинговый у вас турнир FIDE будет или нет, с обсчетом национального рейтинга или нет. Сортировку команд задаете, по какому рейтингу команды будут отсортированы в стартовом листе. Здесь вот на вкладке пары в соответствии с выбираете ту систему, которая у вас будет использоваться в турнире. Для проведения жеребьевки пары будут сводиться по итогам за матчи с очками 1, 0, 5, 0. Либо это матчевые очки могут использоваться. Выбираете нужные настройки. Указываете контроль времени. Здесь вы выставляете очки команде за бай. То есть если при проведении швейцарской системы, турнира по швейцарской системе командника у вас команда получает бай, все настройки данного бая задаются вот в этом диалоговом окне. Обычно в положении может быть указано, что за бай команда получает одно очко, то есть за матчевую победу команда получает 3 очка, а за бай одно. И непосредственно каждый участник на доске должен получить по 0,5. Допустим, если у нас две доски используются, то в очки команде за бай вы ставите единицу. Это доп. Показатель, суммарное количество очков, набранное всеми игроками команды. То есть, если у вас играет 4 доски, соответственно, все результаты 4 участников будут суммироваться на дополнительном показателе суммы очков. И вот этот вот результат, если команда получила бай, будет туда приплюсовываться. Но непосредственно каждый участник в личном зачете при определении места за доской, за вот эту вот графу, не получит ничего. Переходите на доп. Показатели в команднике. Здесь выбираете, какой у вас дополнительный показатель должен быть первым, потому что в команднике первый доп. Показатель является основным критерием, по которому считается распределение мест в итоговом зачете. Соответственно, если вы выберете очки за партией, то это будет сумма очков всех членов команды, просто суммированная.
Если вы выберете очки за матчи, выведете их на первую позицию, то основным критерием для распределения мест будут матчевые победы или ничьи. Соответственно, начиная, в данном случае, начиная со второй строчки, у вас пойдут доп. Показатели. Вот эта строчка первая доп. Показателя, как бы это странно ни звучало, будет являться основным критерием при распределении мест. Вторым доп. Показателем у вас могут быть являться очки за партии, то есть сумма очков, тех, которые принесли члены команды. Следующим доп-показателем у нас может быть личная встреча между двумя командами, то есть как и в личном турнире, это результат сыгранных между вами партий, так и в команднике, это результат сыгранного матча между командами. Соответственно, доп-показатели вы также, как и в личном турнире, выставили. Нажали ОК. И у вас открылось командное диалоговое окно для ввода команд. И вы начинаете постепенно, имея стартовые листы, не стартовые листы, а заявки от команд, вводить их поочередно, каждую команду. То есть первая команда у вас, допустим, заявилась. Давайте пойдем представим, что первая команда у нас заявилась под названием «Апельсин». Соответственно, пойдем по всему фруктовому набору. Мы указали в турнире количество туров 5. Соответственно, давайте попробуем, чтобы еще какая-то из команд получала бай. Введем 11 команд на всякий случай. Или, чтобы ускорить пример, давайте оставим 6 команд. Просто на вкладке турнир количество туров изменим на 3 для наглядного примера. Соответственно, как только вы ввели все названия команд, нажали ОК, у вас открылось диалоговое окно ввода игрока. И теперь в этом диалоговом окне, в правой его части, вы выбираете конкретную команду, в которую планируете ввести того или иного участника. Вы можете в любой последовательности вводить. Допустим, начнем с третьей команды, с команды «Банан». И, допустим, сюда надо ввести участников. Участников у нас в каждой команде будет 3, то есть 2 доски всего, основных 2 будет играть, 1 запасной. Ввели 3 участников, перешли к следующей команде, выбрали еще кого-либо из заявки, внесли их. Переходим в команду 1, первую, вводим сюда участников. То есть теперь, щелкая по названиям команд, вот в нижней центральной части экрана, вы можете видеть тех участников, которых вы сюда ввели. Соответственно, в первые 3 команды участники уже вбиты. Вы можете их еще раз пройтись по ним, сверить с заявкой, которую вы имеете на руках. Соответственно, так в каждую команду вводите по 3 участника. В зависимости от того, сколько у вас участников в турнире, может быть это число и 8, 10, варьироваться до 20. Если для примера взять московские студенческие спортивные игры, то там в турнире в высшей лиге может быть до 20 участников заявки. Соответственно, вы в каждую команду вбиваете по заявочному листу 20 участников.
Все. Все команды укомплектованы. В каждой команде по три участника. Нажимаете ОК. Также вы можете еще раз проверить на вкладке «Ввод игроки», где уже можно работать с информацией по каждому конкретному участнику. Также здесь есть возможность выбора команды. Вы будете видеть конкретно участников этой той команды, которую выберете. Можете сюда вносить какие-либо изменения, добавлять отчество, даты рождения, если они вам необходимы. Менять субъекты, соответственно, если кто-либо из игроков уже переехал и представляет другой субъект, а в рейтинг-листе у него указан один, или здесь какая-либо информация, связанная с названием клуба, вводится. Любые данные проверяете, редактируете все, что вам необходимо. Проверили еще раз, убедились, что все верно. Нажимаете «Ввод». Стандартно, так же, как для личной швейцарки, сортируете стартовый список, вводите даты вашего турнира, время начала тура. И также через вкладку «Пары», меню «Пары», делаете жеребьевку. И через вкладку «Списки», команда, пара, результаты, можете выводить жеребьевку на печать. Либо с указанием фамилии игроков печатать, но так как вы не знаете заранее обычно заявку участников, вы, конечно, можете и такой лист распечатать, но чаще всего используют формат вот команды, пары. То есть просто у вас пары команд висят, перед началом каждого тура арбитры на каждый ряд столов для встречи команд раскладывают протоколы, которые капитаны команд перед началом тура заполняют. Туда уже вносятся непосредственно фамилии участников, которые будут играть за досками, начиная от первой и заканчивая последней, в зависимости от того, сколько досок у вас в турнире. Соответственно, вы еще после получения протоколов, командники, должны помнить о том, что вам необходимо проверять правильность рассадки участников. Если у вас разрешены замены, и участники могут меняться как угодно, то запасной игрок имеет полное право сесть на любую доску, куда решит посадить его тренер, и просто снять с этого доски основного игрока, посадить запасного. Если в команднике используется так называемая олимпийка по заменам, то есть сдвижка досок, соответственно, если вы меняете игрока, снимаете игрока, игравшего за первой доской, то участник со второй доски у вас пересаживается на первую, с третьей доски пересаживается на вторую, с четвертой на третью, и запасной садится играть за четвертый стол. Поэтому печать сразу, если у вас нет запасных, то в команднике и четко ограниченное число участников, что 4 участника в каждой команде, и в заявке и 4 участника играют, то вы можете выводить, в принципе, на печать сразу и вот такой формат. Но чаще всего заранее принимающие участие в конкретном матче этого турнира неизвестны, поэтому вы выводите на жеребьевку, отдаете судьям вот такого формата жеребьевку. Как вводятся результаты в команднике? Тут есть небольшое отличие от личной швейцарки. Как вы видите, здесь уже есть в личном турнире вы видели фамилии участников непосредственно, а здесь вместо фамилии используется название команд, то есть первый игровой ряд, это на первом игровом ряду проходил матч между командами, которые вы видите на своем экране. Три матча проходило в этом туре, и вам необходимо ввести для них результаты. То есть вы можете ввести результаты либо тем образом, который у вас представлен здесь на экране. Можете вот выбрать любое значение. 2-0, допустим, у вас команда выиграла. Левая команда, она нас в данном случае обыграла Персик со счетом 2-0. Вы нажимаете на 2, и этот результат ставится левой команде. То есть, если вы выбираете 1.5, то то число, которое вы выбираете, вы его вводите для левой команды. Ну, то есть той команды, которая указана у вас слева. Ввели результаты. Это результаты команд. Но непосредственно сами участники никаких очков не получили. То есть вы можете в нижней части этого меню вместо ввод результатов команд стандартно выбрать игроков.
и уже в нижнем центральной части этого диалогового окна увидеть списки пар, которые играли. Соответственно, команду «Ананас» в данном матче представляли Попов, Агит, Попов, АСН против Романовых, Андреев. И уже непосредственно можете вводить результат для каждой пары. Если вы нажмете сюда, на первом доске выиграли белые, а на второй доске выиграли черные, результат матча автоматически выставляется 1-1. То есть система автоматом считает результат команды. Переходите ко второй матчевой паре. Вводите сюда результаты, допустим, две доски у них сыграли в ничью, также результат видите ничейный. И здесь можете выставить результат для третьего матча. Если необходимо произвести какую-либо замену на доске, допустим, в этом матче у вас в команде «Банан» произошла замена, вы нажимаете «Пары», открывается дополнительное меню. Здесь вы выбираете, какую команду, в какой команде вы хотите произвести замену. Об этом не надо забывать, потому что чисто машинально можно поменять игрока. И если вам надо поменять игрока во второй команде, вы случайно можете забыть поменять и указать здесь команду 2. А если останется один, вы поменяете игрока в первой команде. Потом будете тратить еще время на то, чтобы восстановить состав команды первой. И только после этого перейдете ко второй, сделаете там замену и будете вводить результаты. Потеряете кучу времени. Лучше это все запомнить и не ошибаться. Чтобы суммарно по итогам какого-нибудь крупного командного турнира из 9 туров не потерять на этой бесполезной работе пару-тройку часов своего времени. Занимаясь, по сути, бесполезной работой. Выбираете команду 2. И выбираете, на каком столе произвести замену. Программа у вас уточняет, вы хотите поменять игрока. Да, поменяли. Все, замена произведена. Вы заменили одного игрока на другого. И можете вводить результаты. Уже непосредственно для тех пар, которые вы ввели. Ну и также следует обратить внимание на вкладку «Турнир», прочее, у вас есть галочка, возможность выбора галочки, по какому принципу будут сортироваться команды. Если у вас в заявке, допустим, 20 участников, а игровых досок всего 4, то есть 4 доски играет и, допустим, 16 запасных, и вы выберете лучших досок, расчет среднего рейтинга команды будет производиться по 4 лучшим участникам. То есть у вас могут быть рейтинг-фавориты запасными, вы их внесли в состав, они могут даже не сыграть ни одной партии, ни разу не прийти в турнирный зал. Но за счет того, что сортировка может осуществляться по лучшим доскам, команда получит более высокий стартовый номер. Если вы поставите сортировку первых досок, то здесь непосредственно для определения среднего рейтинга каждой команды будут использоваться участники, которые указаны как основные, то есть с первой по четвертую доску. Соответственно, выбрали первых досок, нажали ОК. После этого вы можете отсортировать команды. Они у вас будут выстроены по принципу того, что вы отобразили той галочкой. То есть по первым четырем доскам будет отсортирован список. Здесь можете выбрать состав команды и очки на вкладке «Списки». Здесь вы получите место после первого тура. Команды отсортированы будут по вашим доп-показателям, по набранным очкам. Указаны фамилии игроков. Результаты первого тура отображены. Сколько они набрали. Процент их побед. Ну, то есть, допустим, во многих командных турнирах при определении места занятого на доске необходимо или получение какого-либо приза, медали, грамоты, кубка, если в команде каждому члену команды вручается кубок. Чтобы попасть в число награждаемых, необходимо сыграть определенное количество партий, то есть определенный процент партий от общего их числа. И вот программа позволяет посчитать автоматически, какое количество партий было сыграно, если вы настроите это на вкладке «Вот турнир», «Список досок». Здесь выберите, по какому принципу у вас будут сортироваться участники в команднике. Выставите все настройки. Таким образом, вы получите сразу состав команды,
занятое место команды. Вот как вы видите, первое пока она занимает у нас в лидерах, идет она нас с участниками Поповыми. Количество их очков, движение также по турам, сколько в каждом туре они набрали. Для наглядности давайте проведем второй тур. Соответственно, если вы забыли в любом турнире по швейцарской системе отсортировать стартовый рейтинг по какой-либо причине, что, соответственно, делать нежелательно, это грубая ошибка, вы неправильно сформировали пары первого тура. Сортировать стартовый лист не следует забывать. То в какой-то момент, а именно начиная со второго тура, как вы будете делать жеребьевку, при вызове диалогового окна пары меню пары, сам свист-менеджер будет, в принципе, на вас в каком-то смысле ругаться. Он будет вас предупреждать, что список игроков не сортирован. Вы можете отсортировать его повторно. То есть вы закрываете жеребьевку, переходите на ввод, сортировать стартовый список, сортируете его, и после этого, возвращаясь пары меню пары, данное предупреждение уже у вас наглядно исчезает. То есть диалоговое окно пустое. Если вы при открытии меню жеребьевки видите, что здесь пусто, и здесь указано только, от чего зависят пары, то жеребьевку можно делать спокойно, все у вас сделано правильно, никаких замечаний в принципе нет. Сделали жеребьевку, распечатали протокол, повесили его на стенд, ждете, когда закончится тур, выполняете свою обязательную работу, ведете документацию, готовите к отчету по турниру всю документацию, какую вам необходимо будет подавать. Потому что очень часто на турнирах сталкиваетесь с таким моментом, что главные судьи на всех турнирах обычно приезжают из каких-нибудь других субъектов. И в день последнего тура, 9-го, уже после церемонии закрытия, они обычно уже имеют билеты на руках, уезжают домой. Соответственно, до отъезда главного арбитра вы должны ему предоставить все отчетные документы, он их должен перепроверить, либо сделать вам какие-либо замечания, чтобы вы внесли правки в документы, либо, проверив и убедившись, что вы выполнили свою работу подобающим образом, завизировать их, то есть подставить свою подпись и отдать их вам. Уже эти готовые документы с подписью главного судьи и печатью проводящей организации вы можете отсканировать, чтобы сканированный вариант у вас также был приложен к отчету в обязательном порядке. Бумажные варианты с подписью главного судьи и печати вы прикладываете в свою папку, в которой также хранятся все бланки вашего турнира, протоколы каждого тура с подписью линейного судьи, который обслуживал этот турнир, визой главного судьи, что он, прежде чем отдать вам итоговые протоколы бланки каждого сыгранного тура, проверял с линейным судьей результаты и правильность заполнения бланков, то есть вам были переданы. И весь этот комплект документов хранится в архиве у проводящей организации на протяжении года с момента окончания турнира. То есть в любой момент, если поступит какая-то жалоба, вы можете обратиться к архивам, поднять всю необходимую документацию, и либо непосредственно в ферокопированном виде, либо в сканированном предоставить той инстанции или тому человеку, который подал жалобу на результат турнира, не согласившись с чем-нибудь спустя какой-то промежуток времени. Так, вижу вопрос из чата, как запасных игроков вводить в командниках. Давайте вернемся еще раз на вкладку «Ввод игрока». Вы сразу вводите всех участников в каждую команду, сколько у вас их есть. Допустим, у вас 20 человек в заявке, 4 из которых только будут играть. Вы вводите так же, как в личной швейцарке, так и в команднике. Просто в команднике надо не забывать выбирать команду, которую вы вводите участников. Выбрали, допустим, команду, у вас в заявке 20 участников. Всех 20 вы сразу же вводите. Но вводите согласно заявке. То есть, чтобы у них номера распределения по доскам были от 1 по 20 строго в соответствии с заявкой. Это особенно актуально для турниров по так называемой олимпийской сдвижке. То есть, когда у вас происходит сдвижка досок, не свободная замена любого желающего на запасного, а сдвижка. То есть, первая доска снимается с участия в этом туре, вторая доска пересаживается на первую, повторюсь еще раз, третья на вторую, четвертая на третью, и запасной игрок садится на четвертую. Но запасной игрок, опять же, под четвертым номером,
под пятым номером. Соответственно, если вы хотите двух запасных включить в игру, то вы снимаете игрока, играющего на первой доске, и участника, играющего на второй доске. Соответственно, участник, играющий на третьей доске, сдвигается на первый стол, с четвертого стола на второй, а запасной у вас перемещается уже на третью доску и четвертую, соответственно. Об этом следует помнить, что проверка жеребьевки при сдвижке досок также, в принципе, помимо линейных судей и главного судьи, лежит и на ваших плечах, потому что иногда моменты с ошибочной жеребьевкой, к сожалению, замечаются только на стадии ввода результатов. То есть, когда вы уже получили итоговые матчевые протоколы и вводите их в WIS-менеджер. Для примера покажу, сюда можно вбить еще кого-нибудь из участников в команду. Выбрать любого, ввести. И обратите внимание, что в команде «Ананас» сейчас во всех остальных командах у вас по три участника в команде «Ананас». Ну, представим ситуацию, что все пять команд подали заявки. В заявке можно было указать 7 участников. Все команды указали, нашли только 3, зная заранее, что игровых доски будет 2, посчитали, что одного запасного на всю продолжительность турнира им хватит. По времени все игроки их команды расходятся, смогут приходить на туры в тот или иной день. А вот команда «Ананас» решила подстраховаться, они в заявку внесли 7 участников. Соответственно, давайте посмотрим, результаты второго тура у нас еще отсутствуют, давайте их введем. Нажмем ОК, сделаем жеребьевку третьего тура. И теперь при вводе жеребьевки третьего тура проверяем, в какой команде у нас еще в команде «Ананас». У нас 7 участников. Возвращаемся к результатам. Здесь у нас по одному запасному ничего интересного не произошло. Команды сыграли, допустим, этот матч в ничью. А вот в команде «Ананас» произошли замены. Мы нажимаем «Пары». В данном случае у нас команда «Ананас», играющая в матче белым цветом, то есть расположенная слева. Соответственно, в меню замен мы должны указать команду 1. И уже в команде 1, если мы планируем заменить двух участников, выбираем первого. Мы можем нажать «Поднять игрока». У нас игрок, расположенный на второй доске, автоматически после нажатия «Поднять игрока» поднялся на первый стол. А игрок, который был указан первым запасным, Попов, поднялся на второй стол. Произошла сдвижка. Соответственно, если нам надо заменить, мы двух основных участников убираем с этого тура и будут играть два запасных, мы нажимаем еще раз «Поднять игрока» и видим, что у нас третий и четвертый игроки, которые были запасными, заменили. WIS-менеджер автоматически нажатием одной кнопки «Поднять игрока» произвел сдвижку досок и замену двум основным участникам. Замену произвели. Меню замены игрока можно закрыть клавишей ОК и продолжить вводить результаты. Ввели результаты. Получили результаты третьего тура. Проверили, сколько у вас туров всего. То есть три тура мы турнир завершили. Списки. Текущее итоговое положение. Вот вы видите результаты, как команды расположились. Несмотря на наличие доп. Показателей, ввиду того, что прошло всего три тура, команды, начиная со второго по пятое место, по всем доп. Показателям не разошлись. То есть произошла полная дележка мест. Но турнир был создан для примера, поэтому это не сильно принципиально в нашем конкретном случае. Что касается итоговых таблиц для командного турнира. Здесь, если вы выберете таблицу доп. Показатели, здесь вы можете получить, как и по сути, равноценный пример на личном швейцарке. Был продемонстрирован в таблице, где было показано движение по турам каждого участника, с каким соперником, под каким номером, каким цветом и какой результат он играл. Здесь то же самое, в принципе, только для команд продемонстрировано. То есть вы можете нажать еще раз состав команды и очки, получить движение по турам для каждого игрока,
Командники, единственная проблема, что вот эти две таблицы вам придется в Excel собирать вручную путем либо написания каких-либо макросов, либо командами Ctrl-C, Ctrl-V убить пару-тройку, а то и сутки на сведение итоговой таблицы. Чтобы итоговая таблица командника у вас выглядела как положено, все это вам придется делать вручную. Это, наверное, самый неприятный момент всей секретарской работы именно в командных турнирах, что сведение таблицы командника производится вручную. Автоматизировать этот процесс, к сожалению, пока не удается, что отнимает кучу времени, нервов и сил не только у секретарей, которые делают эти таблицы, но и ввиду проделанного огромного объема работы секретаря-то, может, и глаз замыливается, скажем так, эффект такой настает, что приходится обращаться за помощью либо к линейным судьям, чтобы они также, сидя и вводя карандашом из строчки в строчку, сравнивали две таблицы, проверяли, все ли правильно вы перенесли, не допустили ли где-нибудь ошибку. 3-4 человека, пока все это перепроверят, у вас уйдет еще какой-то промежуток времени. В общем, процесс довольно длительный и неприятный. Также в качестве примера давайте рассмотрим турнир лично командный, то есть это на языке Swiss Manager, он у нас обозначен как швейцарская система с командными доп. Показателями. На русский язык можно перевести как лично командный турнир. Выбираете вторую строчку, он всегда находится на втором месте, то есть поэтому можно спокойно говорить, что выбираем для лично командного турнира вторую строку. При создании нового турнира нажимаем Enter, указываем путь, где мы хотим сохранить наш файл, нажимаем ОК, видим уже, в принципе, хорошо знакомое нам диалоговое окно с названиями турниров, всеми его данными, вводим его название. Также вводим организаторов, контроль времени. Представим, что у нас личный командный турнир по рапидо с контролем времени 10 минут. Плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Вводим турнирного директора. Вводим главного судью. Его судейскую категорию, указываем федерацию, которая проводящая, то есть в той стране, в которой проходит этот турнир. Вводим арбитров, если это необходимо, город, место проведения. То есть, в принципе, пункт диалогового, заполнения диалогового окна турнирные данные стандартен для всех турниров, неважно по какой системе, по швейцарке, по круговику. Швейцарские круговые турниры, личные и командные, не имеет никакой разницы. Все эти действия выполняются идентично. Вводите количество туров, которые у вас планируются. Очки участнику за бай также оставляете, потому что игроков может быть нечетное количество. Указываете, с каким обсчетом будет происходить у вас этот турнир. И здесь уже по аналогии с командным турниром, то есть лично командный турнир это по сути что-то среднее между личным турниром и командником. Вводите, как уже можно было понять из названия, вводите сюда название команд, которые у вас играют. Ввели n-ное число команд, которые у вас планируют принимать участие. Также у вас могут принимать участие игроки, которые не нашли себе команду, так как турнир личная команда, они могут играть без команды. Но есть моменты, сталкивался на своей практике, видел неоднократно, часто допускают ошибку, создают отдельную команду без команды, задают ей название
В дальнейшем при вводе игроков и подсчете результатов расскажу, в чем может быть проблема, и почему так делать нельзя, и почему для каждого личного участника лучше и удобнее для вас самих будет сделать отдельную команду, либо просто не вносить их ни в одну из команд. Ввели название команд, ввели без команды, нажали ОК, перешли. Автоматически SysManager открывает диалоговое окно ввода новых участников. Выбираете команду, в которую вы вводите игроков. В каждую команду вводите, допустим, по два участника. В соответствии с заявками, которые вы получили. Ввели участников в каждую команду. А теперь просто берете личные заявки, где у вас указан только один участник, который не будет играть ни за одну из команд, будет претендовать только на кубки, медали, дипломы, может, какие-то денежные призы только в личном зачете. Выбираете то, что вы ввели без команды, и начинаете сюда вводить игроков. Допустим, у вас 7 человек заявилось в личный зачет, никто из них не представляет никакую команду, каждый играет сам за себя. То есть может в какой-то момент по положению никто ж не запрещает, что команда, если в положении написано требование, что команда обязана состоять из двух участников, то в данном случае личные, точнее игроки-личники, так называемые, которые играют только за себя, не могут претендовать на места в командном зачете. Если положением это не ограничено, и у вас, допустим, кто-то из личников в одиночку умудрился набрать большее число очков, чем два представителя какой-либо команды, то если положением не запрещено, кто ему остановит организатора, наградить его еще и как команду за первое место. То есть вы ввели игроков без команды в одну команду, нажали ОК, и при жеребьевке сначала отсортировали стартовый лист, не забыли ввести даты турнира. Нажали ОК, переходите на вкладку пары, меню пары. И для личнокомандного турнира ключевым моментом является галочка «Сводить или не сводить одноклубников». То есть здесь заранее в положении у вас должно быть прописано условие проведения личнокомандного турнира. Соответственно, если вы ставите галочку «Не сводить одноклубников», люди, представляющие одну команду жеребьевкой, программы SysManager не могут быть сведены в одну пару. Ну а если вы не ставите эту галочку, то участники, представляющие одну команду, в какой-то момент SysManager могут свестись и будут играть партию. Все это прописывается в положении заранее, поэтому вы, получив положение, как секретарь, уже можете выставить все настройки. Обычно заранее в большинстве турниров в положениях прописано, что одноклубники не сводятся. Вы ставите галочку, нажимаете «Пуск». И при не особо большом количестве участников и небольшом количестве команд, за счет того, что вы тех игроков при регистрации, которые представляют, которые точнее играют только сами за себя, ввели в одну команду без команды, при этом у вас еще какое-то число полноценных команд есть, SysManager может в какой-то момент времени просто отказаться делать жеребьевку, ввиду того, что при наличии
Давайте сейчас введем результаты. При наличии вот этой галочки он в какой-то момент просто не сможет найти, не то что найти, а не сможет создать пары. То есть в соответствии с принципами жеребьевки по швейцарской системе, не нарушая основных шахматных правил, утвержденных ФИДе, он просто не сможет выполнить все принципы швейцарской системы и не сведет пары. То есть турнир у вас в принципе будет закончен на том этапе, на котором свисс-менеджер у вас перестанет делать жеребьевку. Поэтому личников в одну команду вы не заносите. Вы либо их вносите просто без команды в общий список игроков, либо для каждого личника создаете отдельную команду. То есть здесь у вас будет указано личный 1, личный 2. То есть вы для каждого участника создаете отдельную команду. Личный 3. То есть таким образом, создав для каждого участника отдельную команду, обращаемся к меню «Ввод-ввод игрока». Личников видите, в командах еще игроков нет. Давайте введем. Точнее, для начала мы удалим команду «Личный 1». Ну или можно не удалять, просто дополнительно ввести еще личников в команды. В первой команде, допустим, у нас будет играть какой-нибудь Макаров. Во второй команде давайте введем вручную у нас. Заявился, допустим, Петров Алексей, не имеющий ни кода ФИДа, ни кода РШФ. Вы вводите его вручную. Ставите ему стартовый лист. Стартовый рейтинг, приравниваете условно его к 1000 и вводите полную дату рождения для участника, который не имеет кодов ни РШФ, ни ФИДы. Допустим, 21.02.2020 года. Также заранее уточняете, какой субъект этот участник представляет. Мало ли, может, он приехал. Турнир вы проводите в Москве, он приехал с какого-нибудь Нижневартовска. Ну или из любого другого населенного пункта, допустим, откуда-нибудь из Сибири. Допустим, Омская область. Вводите Омскую область, чтобы при обсчете данного турнира рейтинг-администратор заранее, видя, что участник из Омской области, при создании идентификационного номера для него, указал ему в профиле, что он представляет Омскую область. Вы также продолжаете, сейчас переходите уже на вкладку «Ввод игроки». Личники 1, помните, что это я для примера переименовал команду, которая изначально называлась «Без команды». Сейчас мы вернемся на нулевой тур, удалим все туры, перейдем в команду «Личный 1», удалим оставшихся участников. Оставим только одного. Теперь для наглядности в 5 командах у нас представлено по 2 участника. 3 команды отдельных представлены индивидуальными спортсменами, то есть которые играют сами за себя. При таком распределении участников по командам в личнокомандном турнире уже не удастся столкнуться с проблемой того, что в какой-то момент жеребьевка не пойдет. То есть просто свисс-менеджер откажется выполнять жеребьевку ввиду того, что... Ну, давайте сейчас для примера пары туров создадим и покажу наглядно, что происходит со свисс-менеджером, когда он не может создать пару. Сейчас мы для этого сократим число команд, чтобы ускорить этот процесс.
Удаляем участников из команд. То есть с команды 5 мы всех удалили, с четвертой команды тоже давайте удалим участника. Удалили участников из четвертой команды. Сократили участников в третьей команде. Оставим две полноценные команды. То есть личный третий опускаем в самый низ. Там нет участников, мы ее стираем. То есть удаляем введенную команду. Команду 4, команду 5, команду 3 мы тоже поудаляли из них игроков. Стерли команды. В диалоговом меню ввод команды нажали ОК. Закрыли это меню. Теперь если еще раз ввод игрока. У нас осталось две команды с участниками и два личника. Сейчас еще раз перейдем на вкладку игроки. Личный 2. Макаров мы его тоже удаляем. На вкладке команды стираем команду, опускаем самый низ и только после этого стираем команду личный 2. Окей. Нажимаем окей. Вводим игроки. Видим, осталось три команды. Один личник и две полноценные команды с двумя игроками. Теперь мы вводим игрока к личникам. Представим, что это еще одна команда. Здесь у нас играют кто-нибудь. Дополнительно введем сюда еще участников. Представим, что это по заявке все личники, которые у вас заявлялись без команды, а вы их заранее внесли в одну команду. Нажимаем ОК, переходим на вкладку «Турнир», проверяем количество туров, ставим 9 и приступаем к выполнению жеребьевки. Первый тур прошел, ввели какие-нибудь результаты, сделали жеребьевку второго тура, поставили галочку «Не сводить одноклубников». И уже начиная со второго тура, программа Swiss Manager, имея заложен автоматический алгоритм для сведения пар по швейцарской системе, одобренной FIDE, выдает вам ошибку, что нет ни одной допустимой пары, которую она может сделать в следующем туре. То есть уже начиная со второго тура, вы не сможете создать, точнее не сможете провести жеребьевку даже второго тура, не говоря уже о последующих. Это вот как раз к тому моменту, когда многие люди, секретари, проводящие турниры по личной командной системе, вводят всех участников, не имеющих команды, в одну единую группу, называют их без команды, ставят галочку «Не сводить одноклубников». Вот данные действия наглядно и довольно интересный наглядный пример, к какой катастрофе это все может привести. То есть у вас уже первый тур проведен, чтобы все это исправить, вам надо по сути с нуля создать еще один жеребьевочник, скопировать в него турнирные данные, заново вбить все команды, всех игроков непосредственно в жеребьевочный файл. Проверить еще раз, чтобы рейтинги совпадали, чтобы при сортировке стартового листа жеребьевка первого тура у вас совпадала уже с ранее созданным жеребьевочным файлом и с теми парами, которые там были и играли первый тур. Но сколько времени вам придется потратить на создание отдельной команды для каждого участника, ввода турнирных данных, либо их копирование, сведение пар тех по принципу первого турнира, либо вручную, либо автоматически, если стартовые номера у команд совпадают, то, грубо говоря, минут 20-30 даже с набитой рукой у вас уйдет, а это, по сути, просто провал, крах и падение имиджа всего мероприятия. Также хотелось бы напомнить, что, по сути, работа секретаря имеет под собой такую зону ответственности, что секретарь отвечает не только за себя, несет ответственность, но и в каком-то смысле отвечает за ту итоговую оценку, которую от организатора получит главный судья турнира.
потому что за все действия секретаря отвечает главный судья. Совершив какую-то грубую ошибку, вы подставите, конечно, себя, но ключевой имиджевый репутационный удар понесут, да, организаторы в каком-то смысле его тоже понесут, и непосредственно, скорее всего, 50 на 50, как организатор, так и главный судья, но репутационный удар по главному судье может быть настолько значительным, что к судейству в будущем ни одного серьезного турнира он допущен не будет. Что касается программы рассмотрения на сегодня, у меня все. Если есть какие-то оперативно готовые вопросы в чате, задавайте. Сейчас же на них постараюсь ответить наиболее оперативно. Ну, эта тема у нас будет затронута на занятии в воскресенье, то есть завтра 7:30 я как раз начну рассказывать о таких моментах в работе секретариата, как допуск участников со второго, с третьего тура, что при этом происходит, как им добавляются очки 0,5 и подобное. Напоминаю также всем участникам, что тестирование у нас состоится завтра в 15:00. Ссылку на тестирование вы получите. Заходить в Zoom советую заранее. Я принимать всех в конференцию начну с 2:30. Без 2:03 я в общий чат Zoom скину ссылку на Google форму. Перейдя по этой ссылке, вы непосредственно уже увидите перед собой тестирование, начнете его выполнять. Вопросы будут в каком-то количестве в виде тестирования, в каком-то просто опросной, где вам будет необходимо либо что-то посчитать, как, например, коэффициент Бухгальца при наличии плюса-минуса и подобного, либо просто ответить на какой-то судейский вопрос, который в качестве примера будет представлен, позиция на диаграмме, вам необходимо будет принять решение. Напоминаю, что продолжительность для ответов у вас будет 1,5 часа, то есть начиная в 3:16:30 тестирование. В 16:15 тест будет закрыт. Если к 16:15 вы не успеете отправить Google форму, то, соответственно, результат вашего тестирования лекторы не получат, к проверке ваши данные приняты не будут, и результат сдачи тестирования, ну, его, в принципе, просто не будет. Соответственно, зачет вы не сдадите, никуда их отправлять не надо, Google форма отправляется автоматически. Ссылка, еще раз напомню, будет отправлена в общий чат Zoom. Соответственно, кто успел, успеет зайти в Zoom